Всем привет, дорогие наши зрители и подписчики канала на YouTube. Итак, мы уже находимся в больнице, в поликлинике. Приехали с Владиком на прием, а сегодня для здорового ребенка нас направили в бокс. И вот сейчас стоим в бокс в очереди. Тут делают ремонт, такая долбежка, и тут дикая лифт, наверное, ремонтирует. Господи, слава богу, минута тишины. Пошли за шуруповертами. Мы здесь находимся, наверное, минут 10, минут 10 минут, просто голова кругом от этого постоянного. Сверлят. Что ты, Владик, стоишь, маешься? Сейчас следующий мы уже пойдем. Бокс. Побыли мы с Владиком на приеме. Врач, конечно, дала немножко люлей. Сказала, почему раньше не пришли. Ира, тоже конец года, надо гороценки исправлять, подбивать. Никаких больничных нам сейчас нельзя. Но сказала, завтра гроби снова сидите дома, никакой школы. В понедельник к нам на прием, уже к своему врачу, не в бокс, понятно, дело, к своему врачу уже. Выходные надо упорно лечиться, все выходные. В Жукову тоже не поедешь, Владик? Не, поеду. А? Не поеду. Поедешь? Да. Не поедешь, никакой в Жуковке. Когда? Пропотеть там не хватало для полного счастья. Когда? В субботу. Я поеду. А? Я поеду. Сейчас поедешь ты, разбежался. Теряй тапки. Там пропотеть, пробегаться, не дай бог еще ветер, и все, и вообще сляжем полностью. Вот видите, что творится. На футбол у нас святое. Турниры пропускать нельзя. А то, что у нас кашляли, что мы задыхаемся, мы этого не видим, и не чувствуем, и не знаем. На улице у нас чудесная погода по сравнению с предыдущими днями, хотя утро... Утром думала, что, думаю, нет, неужели, ну, по аппарату обещали, что должно быть солнышко, но утром это вообще было не видно. Думаю, ну, неужели не будет солнца? Жарко, да, наверное, куртка, Владик? Жарко. Я сама в кофте, и все равно мне жарко. Шли мимо садика, Сладика на сроку. К нам Вероника подбежала, мамочка, довольная, такая счастливая, да, руками махала. Ой, тут сверлят, боже мой. Да что ж везде сверлят, везде долбят. Под ноги смотри, не по сторонам идешь, а уловишь. С ним тоже по... Не смотрела, тоже здесь потокнулась, да, очень сильно. До сих пор палец болит. Так, ну что, мы с Ладюшкой дома. И у нас сегодня с Владиком очередной просмотр фильма по просьбе Владика. Ну, правда, у меня просмотр длится как? Я то там. Но практически с ребенком. То есть поставила варить сразу обед. Ой, точнее, на ужин, потому что вечером... Господи, вечером. Вечером, возможно, да, поедем на тренировку с Илюшкой. На второй Брянск, но это будет видно. А, так, ко мне сейчас еще придет брат мой. И это... Тоже покормить его надо будет, поэтому поставила сразу варить гречку. Думаю, чтобы быстрее. Ну и думаю, сразу заодно и нам на вечер отварю. Интересный фильм? Как называется? Детки на прокат. Детки на прокат. Да, смотрим Владиком комедию. Так, ну что, время почти 5 часов. Я собираюсь выходить из дома, пойду забирать Илюшу и Веронику. Поедем с Илюшей на Тарубрянск на футбол. Владика уламываю. У нас хорошая погода на улице. Пойди с нами. Может, поедешь все-таки, Владик? А? Сыночка, поедешь? Он никакую. Ну ладно, как хочешь, сиди дома. У нас просто был мой брат. В течение днем, считай, недавно от нас ушел. Поэтому с ним особо не поснимаешь, хотя я сегодня хотела снять ролик про свои занятия. Еще была одна тема, короче, в итоге все полетело. Ну, я же не выгоню его из дома. Поэтому сидели с ним, болтали, покормила его. Да, зайчик? Ладно, тут с ним посмеялся. Так, ладно, все, собираемся. Я собираюсь и бегу за детьми. Приехали мы на второй Брянск. Завели Вера и Илюшу на тренировку. Вероника сказала, как обычно, я хочу есть. Да, Вероника? Это у вас уже коронная фраза. Когда мы приезжаем. А сейчас сделали опять летнюю веранду. И врач замечательно здесь прям. Тенечек хорошо, сидишь, ветерочек небольшой. Салфетки для этого есть, Вероника. Для этого есть салфетки. Не облизывай свои руки. Расскажешь всем привет? Да, зубочистка. И соль. Да. Сахар. Телевизор. С
сиди, отдыхай. Ну-ну, Вероника. У тебя цвет настроения синий? Да. Так нельзя стулья качать. Садись давай, если пирожное. Барыня. Сударыня. У Вероники проснулась минута спорта. Точнее, это уже не минута, минут, наверное, пять. Мы прыгаем, бегаем, скачем во все стороны. Грязные уже, как поросята. Лохматые, как поросята. Ну, это все ерунда. Спортсменка, гимнастка. Ой-ой. От мамы пойду к мальчикам играть в футбол. Вот к этим вот. Я говорю, да, они тебя снесут и не заметят, эти мальчики. Куда ты собралась? Я тебе что сказала? Я... Не надо там, мальчики, плохие слова говорят. Пойдем оттуда. Смотрите на эту обезьяну. Это же просто обезьяна. Самая настоящая. Вероника. Пошли. Пошли прогуляемся с тобой, сходим. Сейчас грохнешься. Будешь знать. Пришли на детскую площадку. Мы тут рядышком в один из дворов. Ну, Вероника наша уже... Все пролезло уже, все, что можно пролезть. Нет, еще там где-то. Грязномаз, нам еще домой с тобой ехать. А грязномаз? А зачем? Что зачем? Мы домой не поедем? Нет, зачем? Как зачем? Ты домой сегодня не поедешь? Нет, а Илюху собираюсь. Ну потом, когда с Илюшей, я имею в виду, а ты уже вся грязная. А, да. Да. А была бы ты кулдома, Бог бы с тобой. Мы пойдем читаем. Потом. Аккуратнее. Обезьянка моя любимая. Пошла. Куда ты пошла? Да. Все пролезло. Все, что можно, нельзя. Смотрю, как ты катишься. Я уже видела, как ты катаешься. Фу! Вот ты, господи, как ты мошки летают. Ты по-другому мошка? Идите все сюда. Все идем сюда. Иду. Я снимаю. Молодец, умница. Приехали мы уже с тренировки, зашли сейчас в магазин. Как обычно, по мелочи, молока, хлеб. Купили по булке, да, самое холодное. Сейчас дома будем кушать. Мамочка, мы голодные. Вероника у нас везде самая голодная. Вот все тебе, Елена, надо, все тебе надо. На все тебе надо уступить, да? Пойдемте домой, время уже 9 час. Мы еще только ползем. Еле-еле.